Здравствуйте, уважаемые друзья! Самарский центр спортивной подготовки и артисты цирка приглашают вас на новогоднее представление. Итак, мы начинаем! Для меня самое главное было это немножко приподнять свой результат. Я это сделал, я намного улучшил свой результат, это прям на несколько очков. Мы готовились к Паралимпийским играм в Рио, выходили на пик формы уже, но вот не сумели мы туда поехать, показать себя. Но результат меня тоже устраивает, как бы хороший результат даже для Паралимпийских игр. Прошедшие сезоны, я думаю, то, что я хорошо выступил, хорошо проплыл. Ну, как все знают, то, что нас отстранили, поэтому не все планы удалось реализовать. Этот сезон можно записать в актив, так как завоевал серебро чемпионата Европы. Это пока наилучшее достижение. Дал, да, побывать в роли артиста. Возможно, в дальнейшем я и уйду как бы в цирк со временем. Даже об этом не задумывался на самом деле, потому что мне кажется, то, что цирковой артист – это не мое. Сейчас моя первая задача – это пройти реабилитацию после травмы, после операции. Ну и планирую дальше в бой. Сейчас уже мы начали тренироваться, чтобы в 2017 году показывать хороший результат. Конечно, чемпионат Европы, чемпионат мира, официальные старты. На них будем сейчас акцентировать внимание. Что удалось. Летом мы ездили на первенство Европы, заняли 3-е место, и также я заняла 1-е в предварительной эстафете. Поэтому я считаю, что все хорошо. Я ходил в цирк смотреть себя, меня все время интересовали именно брусья. Даже иногда представлял себя самого. У него другой, значит, клоун хотел бы. Надо будет выиграть чемпионат России среди молодежи сначала, это отборная Европа. А дальше, ну, первое полугодие, дальше уже видно будет. Молодежное первенство закончилось, я не подхожу по возрасту. Нужно выиграть чемпионат взрослый, и потом уже, я не знаю уже, как будет по плану.
идти к своей цели, несмотря ни на что, и добиваться всего, чего захочешь. Девиза по жизни, да он есть, но на камеру я не хочу говорить. В новом году хочу пожелать всем спортсменам большого крепкого здоровья, новых рекордов. Всегда очень приятно знакомиться с новыми людьми, а тем более эти люди, они настолько великолепны, и они сродни с нами, но они успели уже за свою совсем молодую еще жизнь успели достигнуть таких результатов. И это было вдвойне приятно, что они пришли к нам. И в будущем вообще нужно обязательно делать общий всегда проект «Цирк и спорт едины». Наше представление окончено. До новых встреч, уважаемые друзья. Пока.